Завтра стартуют Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Церемония открытия начнется утром в 5:55 по местному времени. Красноярский край на главных играх четырехлетия представляют 4 атлета. 3 триатлониста – братья Дмитрий и Игорь Полянский и Анастасия Бросимова, а также пловчиха Арина Опенышева. Первая в дело вступит королева бассейна. Арина Опенышева стартует уже в ближайшее воскресенье. Она может принять участие в 8 заплывах, в том числе и в эстафете. А вот триатлонисты выступят под занавес Олимпиады. Полянский 18 августа, а Бросимова 20-го.